Лето, солнце, пожар. 10 июня, 15:39. На телефон 112 поступил тревожный звонок. Полыхает дом. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение беседки, а также горел уже легковой автомобиль, стоящий рядом. Человеческих жертв удалось избежать только чудом. А вот кровля сарая и навес под мангалом превращены в тлен. Отдохнуть теперь не получится. Вместо летнего домика здесь пепелище. На месте остались лишь бетонные львы. Сигнал о ЧП поступил от соседей. Завидев пламя и почувствовав запах дыма, они незамедлительно отправились на помощь. Я сразу побежала к соседям, начала стучать им в дом. Была дверь закрыта. Но потом достучалась, они вышли, но как-то быстро-быстро, огонь быстро начал гореть. Огнетушители, ведра воды. До приезда спасателей люди своими силами пытались сбить пламя. МЧС на месте оказались в считанные минуты. Спасти имущество не удалось. Огнеборцы выясняют причины пожара. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360.